у нас макароны испортились. Опа, 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 да я их съел все же. Они не должны были испортиться. Они, может, и не испортились, они были, ну, они просто мне показались испорченные, но были нормально. Ну, я их съел. Утром был хуёвый. Так я же когда съел, мне ничего же, нормально. Капком, смотри, делает. О, озвучки русские нет. О, жуцуки. Такие игры надо делать на русской озвучке. Ну ладно. Можем озвучку японскую оставить. Ладно, английскую надо учить, английский. Субтитры включаем, русские. Связь языков, наушники, объемный звук 5.1. Подтвердить. Включить, да. Подтвердить, да. Подтвердить, да. 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 Во. Ни в одну из частей не играл. Но когда-нибудь, если первая часть у меня когда-нибудь появится, каким-либо способом пройду. Если понравится, пройду все. Но если когда-нибудь первая часть появится, мне еще покупать не хочется. Сюжет. От этой демо версии. Это же демо версия. Новая чума распространяется ужасно быстро, поражая. Там я не успел дальше дочитать. Эй, капитан. Этой красотке не помешало бы, что так не успел. Играть прикольно. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Блять, на японском посмотреть бы, как этот Михаил Виктор. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Shit, Captain. They really took a chunk out of you. Nothing that I would miss. Слушай, что, город оцепили, да, прямо говоришь? Понедельник, удаленка. Патроны, порох.
выйдем на улицу, посмотрим, что там творится. Это ж Москва вроде. Слушай, ну такие игры нужны, вот они... Были бы они полностью локализированы, я бы купил бы и уже давно прошел бы. Но вот это читать все вот эти субтитры. У меня столько вот этого говна с этими субтитрами не пройдено. Уж слишком. Jill, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You might get the subway infrastructure back online. And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Туда и туда, я раз так вижу. Порох. Зеленая трава. Я не знаю, зачем она мне. Ну, собираем. Зачем нужна зеленая трава? А. Думаешь, зомби смотрят эту зеленую траву? Ой, курит зеленая трава. Учебник трава, вот, читай. Трава в полевых условиях. Мы в UBC не терпим лиц, которые ползут на базу после каждой царапины. А что не сразу к мамочке, те, кому обрыдло. Что такое слово обрыдло? Мощная микстура, зеленая трава X2. Микстура максимальной мощности, зеленая трава плюс красная трава, либо зеленая трава X3. Понятно? Самостоятельно его не приготовить. Увидишь, бери. Пока все. А теперь заканчивай, пошли пить пиво. Целебный спрей. Короче, понятно. Анжик, что делаешь? Я на улицу вышел. More survivors. Gotta get that train moving. Жесть, меня убили! Ну я, конечно же, специально умер, чтобы посмотреть, что будет, если тебя убивает первый мод в демо-версии. Это было жестко.
Жестко. Да. Меня убили. Как только ты вышел на улицу? Да. Они думали, у тебя есть гречка. Угу. А ты стримишь, да? Да. В микрофон? Да. Молодец. Поэтому... Без этих, без рук. Ладно? Вот этот, смотри, чувак, вот этот. Тихо, 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 смотри какой. Блять, я в этот раз не попал. Ну его. Ёбаный в рот, ну его нахуй в пизду. Так, короче. Сейчас все как повернется. Представляешь, где-нибудь там по темноте. Сюда пришел. По темноте лазит. Не знаю, вот я вышел отсюда и куда. Что-то выкинул, что-то. Ну и что, идти туда? А? Патрон. Мне кажется, таких надо просто проходить мимо здесь. Вышел, конечно, он совсем. Чистенько, конечно. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself will put out a few flames. Fuck you.
Так, ну и в принципе на этом все. Я дальше демки проходить. На это только время тратить. Будет игра, можно будет пройти. Что она красивая, интересная. Блин. Я думаю, пиздец какая-то. Вот здесь столько будет всяких героев на тебя выпрыгивать. От сейфа. Ну я без понятия какой код. Можно почитать дневник владельца аптеки. 24 августа новый тофик для волос от Umbrella просто. Этот секрет я разделю только с королевой Аквакур. Что такое Аквакур?